Каждый центр, он ориентируется на какую-то свою систему, да, систему ценностей, я имею в виду. И я хотела рассказать сегодня про то, что же у нас, о том, что, как мы видим природу ребенка, да, от чего отталкиваемся во взаимодействии с ребенком. Сейчас нам нужен вот этот слайд. Вот. И самое первое, о чем вот про детей я хочу сказать, для меня когда-то это было просто вообще открытие, дети другие. Когда мои дети родились, вот я это вдруг осознала. То есть до этого я как-то это не очень, в общем-то, понимала и не очень думала об этом, да, что дети другие. Об этом писала Монтессори, есть книга, которая называется «Дети другие». В этом есть громаднейший смысл в этих словах, потому что действительно дети другие. Часто родители, когда задают вопросы, там, спрашивают, ну а вот почему ребенок там так реагирует, я не понимаю, как это можно так, да? И это происходит, потому что дети другие, у них все по-другому устроено. Их восприятие, оно в корне кардинально отличается от восприятия взрослого человека. Мы, взрослые, можем как-то приблизиться к тому, как дети видят, но не можем полностью, полноценно почувствовать то, что чувствуют дети. Мы можем только как-то строить какие-то предположения, догадываться. Да, вот мы специально в Каштане делаем тренинги, и вот мне очень понравилось слово, которое Коля назвал, что мы делаем вообще на этих тренингах. Мы разобразовываем родителей. То есть вроде бы как мы обучаем, да, родителей, педагогов, специалистов, но мы на самом деле разобразовываем. Таким образом, убирая вот все наши вот эти взрослые, наши вот закостеневшие налеты о том, какие дети, как они должны себя вести, да, как они должны развиваться, в каком возрасте они должны что делать. И убирая вот эти фокусы и оставляя только фокус на том, что мы чувствуем, как мы чувствуем. И если вот это происходит, то есть возможность попасть в детский мир, только если мы начинаем чувствовать, начинаем жить как дети, да, вот мы устраиваем такие игровые тренинги, да, вот очень много того, что, в общем-то, на тренингах, ну, не часто используется. Это игра, там, танец, не знаю, клоунада какая-то, да, ну, то есть очень много всего такого, чтобы вот максимально приблизиться и попасть вот в эту дверь, которая приоткрывается только когда вот открываешь вот эту чувствительность такую в себе. И вот если вот эта дверь приоткрывается, то вдруг мы можем на несколько мгновений увидеть, какие же они другие, эти дети. Но как только мы начинаем это анализировать и думать о том, ага, сейчас так, я увидела, какие дети, сейчас я это применю и скорее там у ребенка чему-то научу. Сразу эта дверца пэмс закрывается, и все. И мы с ребенком теряем контакт. В общем, вот. Дети другие. Это...